Исповедь негодяя. 11 опасностей наркомании. Стоп наркотик. При поддержке фонда президентских грантов. Смотри, есть статья касаемо твоих действий. Незаконным приобретением считается покупка, получение в обмен на другие товары и вещи, уплату долга, взаймы и в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих, наркосодержащих растений. Под понятием незаконное хранение следует понимать нахождение во владении виновного наркотика при себе, в помещении, в тайнике и других местах. У тебя есть реальная возможность привлечения к уголовной ответственности за незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. Иллюзию безопасности создавала переписка в нечитаемых мессенджерах. По крайней мере, я так считал. Еще, конечно, у меня была уверенность, что со мной этого не произойдет, что тюрьма – это вообще не про меня. Но, увы, это было моим заблуждением. Ты же понимаешь, что результат твоих действий будет один. Потерянная молодость, годы, деньги, нервы, здоровье. Не только твоего, но и твоих близких. Не помогли ни мессенджеры, ни разные телефоны, ничего. Меня охватывает ужас от того, что меня ждет в дальнейшем. Если видишь в глазах друга только смерть, надо бы успеть все решить. Стоп наркотику, сказать о том, что есть пару злачных мест. Это тебя убьет однозначно. Выбор твой сделан, билет твой оплачен. Либо ты здраво в уме и живой, либо ты погребен и заживо. Это тебя убьет однозначно. Выбор твой сделан, билет твой оплачен. Либо ты в здравом уме и живой, либо ты погребен и заживой. Стоп наркотик.